В Ильском городском поселении прошла открытая сессия совета, на которой глава местной администрации Николай Головко отчитался перед депутатами и жителями о проделанной в минувшем году работе. Поселение динамично развивается и благоустраивается. Благодаря стабильному бюджету и участию в различных государственных программах решаются проблемы ЖКХ. Большое внимание уделяется вопросам благоустройства и содержания дорог. В 2022 году 160 многодетных семей получили земельные участки, в том числе выделили и место для строительства нового детского сада и школы. После отчета глава ответил на вопросы жителей. Касались они архитектуры поселка, работы мусороуборочной компании и сферы здравоохранения. В поликлинике поселка Ильского нет терапевтов. Главный врач Северской центральной районной больницы Манолис Анаников уверил, что кадровый вопрос решится в скором времени. В поселении появится сразу несколько терапевтов. Врачи получат по миллиону, земельному участку по возможности их обеспечат жильем. Относительно работы администрации большинство выступающих выказали свою поддержку и благодарность главе поселения и его команде за оперативное решение проблем. Никогда в жизни ни одна наша просьба не оставалась без ответа. Всегда поступала быстрая реакция, всегда, о чем бы мы ни попросили, что бы у нас ни случилось, всегда был только положительный ответ. Спасибо вам огромное еще раз. Мне хочется сказать добрые слова от прихода Свято-Никольского храма, который расположен у нас в поселке Ильском, рядом с нашей администрацией. Николай Викторович помогает нам очень серьезно, не потому что храм рядом, а потому что есть такое изречение: вера без дел мертва. Сказать про нашего главу, что вера у него мертва, нельзя, она у него живая. И вера подтверждается его словами и его делами. Удовлетворительной работу главы признали и депутаты.